Добрый день, меня зовут Александр Чекилевский, и мы сегодня будем готовить, на мой взгляд, достаточно простое и легкое блюдо для новогоднего стола. Это жареная семга с пюре из моркови и соусом из свежих томатов. Приступаем. Что мы для этого возьмем? Филе семги, уже готовое морковное пюре. В процессе работы я расскажу, как оно готовится, ничего сложного. Томатный соус и немножечко украшений, которые обогатят вкус и внешний вид блюда. Значит, семгу мы будем жарить, но для того, чтобы жарить, ее необходимо сначала промокнуть. Причем это не только касается семги, это касается любого продукта, который мы собираемся жарить. Значит, берем либо вот салфетки бумажные, либо вафельное полотенце, там, ну, как кому удобнее, видите, сколько влаги. Так, вот, это у нас готово, это мы убираем. Разогреваем сковородку, наливаем немножко растительного масла. И обязательно, на мой взгляд, это добавляет вкуса и аромата, добавим сюда хорошую порцию сливочного масла. Жарить мы будем не просто, а с добавлением тимьяна. Тем самым мы ароматизируем наше масло. Сейчас оно разойдется. Температура не должна быть очень большая. Если для себя готовить, я иногда люблю добавлять чеснок. Хотя говорят, что рыба с чесноком не сочетается, но мне вкусно, мне нравится. Поэтому, в принципе, специи можно добавлять или травки какие-то. Все, какие вам нравятся именно для вас, для вашего вкуса. Сейчас масло разойдется. Масла должно быть достаточно много. Перед тем, как потом готовую рыбу выложить на тарелку, мы ее просто промокнем, и лишнее масло уйдет. Но мы будем готовить определенным способом. В принципе, готовить так можно и дома, тут ничего сложного нет, нужно просто небольшой навык. Тимьян отдаст аромат маслу, и рыба еще приобретет вкус тимьяна. Обязательно нужно регулировать температуру, чтобы масло не сгорело. Готово. Выкладываем рыбу. Дадим ей чуть-чуть прижариться. Видите, я промокнул рыбу, и она не прилипает к поверхности сковороды. Если бы я положил мокрую, 100% она бы прилипла. И потом было бы ее очень сложно снять. И теперь-то вот такими движениями мы поливаем рыбу. И таким вот образом мы ее будем готовить. Это займет, ну, может быть, минут 8, 5-8 минут, в зависимости от толщины куска, от объема, всего остального. Видите, вот я поливаю маслом, и она потихонечку меняет цвет. И вот она постоянно двигается. Очень важно, когда готовят красную рыбу, чтобы она была в середине, как будто не дожарена, с сырцой. Есть продукты, которые необходимо готовить альденте. Если мы рыбу эту пережарим, она будет сухая. Тимьян уже, скажем так, свою работу сделал, поэтому мы его извлекаем, чтобы он не горел и не дал горечь. Рыба у нас приготовилась, мы ее пока отставим на некоторое время, а тем временем мы разогреем морковное пюре. Как готовить морковное пюре? Лук, чеснок, морковь. Примерно 250-300 грамм моркови, один зубчик чеснока, луковица примерно грамм 50 и сливочное масло. Сливочного масла в данном случае нужно достаточно много. Нагреваем сливочное масло, мелко рубим произвольно морковку, все остальные ингредиенты, добавляем сливочное масло и готовим до мягкости моркови. Потом пробиваем погружным блендером и протираем через сито. У нас получается вот такое вот замечательное пюре. Сейчас нам его необходимо прогреть. Ставим сюда тоже на небольшую температуру и прогреваем. Разогревать его на небольшом огне, просто постоянно помешивая.
Морковное пюре хорошо стоит, скажем так, в холодильнике. Его можно сделать там на 2-3 дня. Оно даже подвергается заморозке достаточно неплохо. Его можно потом реанимировать, восстановить. Поэтому можно сделать достаточно много и несколько дней запробовать и питаться. Единственный нюанс – отходить в процессе разогревания не стоит, потому что сгорит моментально. Все, мы его разогрели. Тоже немножко отставим. Следующий наш ингредиент – это соус из свежих томатов. Свежие томаты мы сбланшировали, добавили туда немножко соли, сахара, сухого чеснока, чуть-чуть томатного сока, острого перца и протушили где-то порядка минут 15-20. И у нас получается такой замечательный соус. Можно сделать его однородным, но в данном случае я сделал его более текстурным, чтобы вот кусочки томата попадались. Очень важно смотреть, чтобы томат не распался. Если где-то там что-то он, скажем так, развалится, ничего страшного, но в общем-то, чтобы когда ты берешь кусочек рыбы, немножко морковного пюре, плюс еще вот это вот текстурное томата, то чтобы все это вместе играло. Тоже небольшой огонь. И слегка прогреваем. Можно добавить немножко масла рыбного, сливочного. Чуть-чуть, самую малость. Сильно греть не стоит. Оно должно быть горячим, но не перешедшим, скажем так. У нас все готово, и теперь осталось самое важное – это подача блюда. Берем морковное пюре, выкладываем сюда. Делаем капли. Дальше. Рыба. Мы ее аккуратно достаем из масла и промакиваем, чтобы не было вот этих вот масляных подтеков. Выкладываем рыбу. Что-то еще осталось. Дальше. Пюре из томатов добавляем. Теперь у нас делаем молекулярный гель из яблочного сока, рыба с кислинкой, с лимоном. Добавляем сюда немножко молекулярки. Ну, в домашних условиях это сложно, поэтому дома это можно не делать. Теперь попкорн из гречки. Это пудра из печеных овощей. Овощи, которые обрезки остаются, мы тщательно моем, высушиваем, запекаем. Либо высушиваем, либо запекаем, потом превращаем вот в такую пудру, чтобы не выкидывать. Она имеет вкус печеных овощей и дополняет еще, как ароматика, дополняет блюдо. И осталось, собственно говоря, всего ничего. Это вот мы украшаем микрогрином. Это ростки гороха. Пару ростков гороха как бы оживят наше блюдо. Собственно говоря, все, блюдо готово. Все достаточно просто, быстро.